Всем привет! Сегодня 4 июля, Московская область. У нас лето-лето, жара 37 градусов, уже 2 недели нет дождей. Хотя вот рядом по местности дожди периодически идут, но нашу деревню они почему-то обходят. Поэтому полив, конечно, день да через день. Я хочу снять сегодня коротенькое видео, показать, как цветут лилии. У меня их не столь много, но все же. Смотрите, какие они красивые. Вот эти лилии я купила по весне возле метро у бабушки. Она продавала белые и розовые лилии. Я купила 10 луковиц у нее. Ну и, как вы понимаете, ни одной белой и ни одной розовой лилии нет. Но все же они красивые. Это, оказывается, низкорослые лилии, такие бордюрные. Ярко-оранжевого цвета, апельсинового. И конопушки коричневые. Красота. И все 10 лилий зацвели в этом году. Самое больше нравятся лилии мне вот эти. Ярко-желтого цвета и размытые коричневые пятна. Очень красивые. Я, может быть, неудачно их посадила. Я не знала, что они низкорослые. Они такие бордюрные. Вот их высадить, если вдоль бордюра, вообще красиво будет смотреться. Это лилии высокорослые. Высаживала я их в прошлом году. Мне их подарили. Они такого кирпичного цвета. Тоже с пятнами коричневыми, размытые. И цветут массово. Честно говоря, мне вот такой цвет кирпичный не очень нравится в лилии. Но все же. Имеет тонкий аромат. Очень тонкий. Вот. Это то, что я купила у бабушки возле метро. Я так рада, что вот такого цвета лилии очень много получилось. Очень красивые. Прям замечательные. Я не знаю, может быть, я весной, осенью выкопаю луковицы и посажу вдоль бордюра. Они будут смотреться красиво. Или посажу их в каменный цветок. Тоже будет здорово смотреться. У меня там практически низкорослые растения. И вот эти вот красавицы будут замечательно смотреться. Посмотрите, какие они красивые. Прям замечательные. Такой удачный цвет подобран. Зацвели все. Есть у меня еще белая лилия. Это тоже мне подарили. Чисто белый цвет, розовые тычинки. И тонкий аромат. Я еще эту бабушку просила, кстати, повыбирать мне в основном белые лилии, потому что у меня белого цвета мало в цветниках. Хотела побольше, но вышло как вышло. Но я не разочарована в этих лилиях, которые купила. Красивые. Еще я купила в этом году 2 лилии высокорослых. Я попробую поставить фотографию. Я их ранней-ранней весной покупала в таком плохом состоянии, в сухом торфе в магазине. И высадила в стаканчике уже ближе. Ну, в мае я их высадила, уже надземная часть такая высокая была, красивая. Но вот в июне были заморозки, конечно же, они всю надземную часть побило морозом. Я их срезала, ну и все. Не знаю, в этом году, в следующем году выйдут они или нет. Но я вам покажу потом. От этих 2 луковиц я сняла чешуйки и покажу вам дальше, что получилось. Первый раз это делала в каменном цветнике. В каменном у меня вот такая еще лилия растет. Это высокая лилия. В прошлом году высаживала, покупала 2 луковицы. Очень красиво. Вы посмотрите, какой цвет. Сейчас солнце, и, может быть, цвет так хорошо не передается. Но это такой насыщенный свекольный цвет, без конопушек, он чистый цвет. Эта лилия не имеет аромата вообще, это лагибрид, но она очень красивая. И сколько у нее бутонов. А здесь всего лишь 2 луковицы прошлогодние. Такая красавица.
Есть еще лилия, это восточная, сибирика. Все-таки, знаете, есть бутоны, здесь будут, но тоже две луковицы высаживала в прошлом году, покупала. Все-таки восточные лилии у нас плоховато растут. Заметьте, какой этот куст высаживала в прошлом году и какой этот. Но в прошлом году она цвела. Красивые белые лилии, чисто белый цвет, желтые тычинки, имеют легкий аромат. Ну, выглядит скромнее, можно так сказать. Но хорошо, что вообще не вымерзли, потому что говорят, что они вымерзают в средней полосе. Вот, в принципе, у меня все лилии. Каменный цветок. Сейчас вам чуть покажу. Смотрите, как хорошо распустились колокольчики. Это я выращивала в прошлом году. Но здесь они почему-то развалился куст. Не знаю, может быть, кошка лежала. Белый цветок. И здесь цветут сиреневые колокольчики. Уже отцветают. Очинки цветут. Эти уже отцветают. Я вам сейчас покажу, что я сделала с чешуей от лилии. Так, смотрите, я купила две лилии, да, которые у меня замерзли. Они были в плохом состоянии, и некоторые чешуйки, они отходили от клубня. И я решила чешуйки эти посадить. Здесь всего лишь несколько штук. Первый раз это делаю. Посмотрите, как они взошли. Это чешуйки от лилии. Вот таким образом. То есть вот ближе к осени я их высажу. Посмотрим, что будет на следующий год. Смотрите, как они хорошо проросли. Нужно будет полить сухо. Ну, вот первый раз я сажала чешуйки. И здорово, как они зашли. Надеюсь, что она, может быть, на следующий год зацветет. Ну, посмотрим. Буду высаживать осенью. Ну, наверное, в сентябре, там, в середине октября высажу. Вот такое короткое видео хотела вам показать, как цветут лилии. У меня на сегодня все. Я вам желаю всего самого хорошего. Подписывайтесь на канал. И всем пока!